Всем привет! Сегодня на ремонте вот такой вот пылесос Скарлетт. Моделька SC1081. Данный пылесос не включается. По словам хозяина данного пылесоса, пылесос стоял на балконе. Балкон, скорее всего, не отапливаемый. В общем, его выносили, пылесосили и обратно убирали на балкон. Пылесос был в работе недолго, просто закончилась гарантия и не успели его отремонтировать по гарантии. Ну, возможно, вы слышали, двигатель пытался запуститься. Для того, чтобы разобрать, необходимо вынуть мешок для пыли и снять вот эту вот подвижную крышку. Эта крышка сидит очень плотно. Для того, чтобы снять, необходимо помогать, например, как в моем случае, отверточкой. Фильтр, где находится мешок, несъемный. Снимается только с обратной стороны. Здесь пыли вообще нету. Так, чтобы окончательно снять крышку, где находится электродвигатель, необходимо немножко поизвращаться. Вот с этой вот кнопкой. Она сидит очень плотно. Поролон уже весь порванный, движок весь покрыт какой-то непонятный, в общем, весь в коррозии. Сейчас проверю электронику данного пылесоса.
Ну, визуально ничего обнаружено не было. Прозвоню обмотки электродвигателя. Ну, обмотки статора целые. Ну а да, сам якорь не разванивается. Возможно, неисправные щетки, возможно, сам якорь. Щетки вынуть проблематично. Они тут с обмоткой статора намертво приделаны. Походу на какую-то точечную сварку. Пытаюсь разобрать сами щетки вот таким вот способом. Щетки немножко приклинили, вынимается с трудом. На ней следы ржавчины, окислов всяких. Почистил я саму щетку, также посадочное место.
с этой стороны довольно уж все печально. В общем, надо постараться восстановить данный двигатель. Щетка полностью была покрыта ржавчиной. Пришлось ее смазать спиртом для того, чтобы все это размягчить. Сейчас она немножко поддается. Двигатели в продаже у нас дороговато. А так, возможно, данный пылесос еще поработает. На этом двигателе. Ну, на первый взгляд, щетка вообще как новая. Возможно, их зажало, выработало при работе. И, ну, невозможно, а так оно и есть. Включаю пылесос. Как видим, все отлично работает. Сейчас все это необходимо будет собрать. Итак, все собрано. Забыл включить. В общем, совет такой. Не держите пылесосы на балконе. Не отапливаем. Они этого не любят. Ремонт пылесоса завершен. Всем спасибо за просмотр. До свидания.